Подожди, подожди. Я тебя сейчас слушаю, у меня прям это, я не знаю, прям волосы дыбом встают. Получается, мы все живем на ограниченной территории, которая, по сути, является дурдомом строгого режима, и паспорт – это справка о недееспособности и подтверждение того, что ты являешься уголовником. Да. Да. Поэтому штрафы, беспределы, а думать надо. Они всех нас за измену Родины посадили отбывать наказание. На каждого сейчас по 6 уголовных статей. Ты как условно-досрочно освобожденный накосячил. Дались в плен. А вот он, бессмертный полк. Поехали на континентальный шельф на работу. А адреса вымышленные, санитарная округа. Мы на зоне, то есть как умалишенные там. И вот нам диагноз. Гражданство РФ – это диагноз. Голод, холод, подлоги, что-то не то было. Я говорю, нет, так не пойдет. Я знаю ваш аферист. Сейчас у них форма 1П. Прибытие мигрантов. И паспорт не возвращают. А как тебе удалось-то их заставить оригиналы выкатить? Говорит, мы вам не отдадим. Оригиналы несите. Принесли. Они после нас дописки делают. В РФ с 85-го года. Я говорю, кто это сделал? Молчат. Лохотроном занимаются. Да я ж и так мозг вынесла, что теперь она со мной дружит. Вы изъявление принимаете. Что, налоги платить не хотите? Ступор. Ну, чуть-чуть поэтовались, но взяли. Я не смогу вернуть вас в СССР. Вот эти формы 1П, учредительные документы, принудительно с помощью угрозы шантажа, 70 миллионов в год от оборота. Ну, а если нет денег, пусть все долги оплатят. То есть соучредительство действует. Для РФ недоступно, неподсудно, неприкосновенно. Почему я хочу у них забрать вот эти оригиналы? Кто-то договора от меня заключает там с ЖКХ. Вот этот РФовский паспорт, он как бы раб у советского паспорта. Он на него работает. Мы все здесь иностранные граждане. Везде без документов ходишь? Не знаю, продали, пропустили. У нас уже не беспределят. Никто маски не требует, не штрафует. Они уже от нас там бегали вокруг заправки. Мы ж не платим за ЖКХ. Потребовать выписку с поземельно-шнуровой книги. Ну, РФовская это все лажа. Росреестр у них ликвидирован. И они тут запаниковали. Они в основном прячутся. Полю марками загашу. Посмотрю, как они запляшут. Видишь, как они пазлики складываются. Наши все знают уже об этом.